Chess.com is here with Grandmaster Jan Nepomniachtchi. Not a whole lot that happened today, but did you give any thought to not playing the Petrov and trying something else? It was necessary, first of all, first and foremost, to play a normal game, without blunders, because I believe in general there is somehow no sort of chess advantage from any side, but then the blunder comes, so it was the main plan was not to do something stupid today, and anyway, in the last four games I have at least two white colors, so... of course, I'll try to push with white in the next game. Could this be a day where both players got what they want? You stabilized, and yet Magnus inched closer to what he's trying to do, get 7.5 points? Then it's like 3 points difference. It's basically hard to say who wants what. But clearly, with each game finished, it brings us closer to the conclusion. Did you go into the day thinking he was going to push? Because that's kind of his natural instinct, is to always try to win everything, even though the match situation did not really dictate that. So were you expecting more of a fight today? No, I actually, my team was somewhat had different opinions, yeah. But I was quite sure that the game will, follow the scenario we have seen. Obviously, you're still trying to win the match, but would winning one game give you some amount of success, or is it all still about becoming world champion still at this point? Well, it's of course it's one by one. So if I manage to win one, then okay. Then when we see to the what's the new situation is, but until that moment, I can't say much. Thanks as always. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров и Chess.com.ru. 10-я партия матча на первенство мира, где Ян Непомнящий имел черный цвет. Казалось бы, может оказаться решающей, но сегодня Магнус не стал, как говорится, рисковать. В очередной раз разыграл сверхнадежное продолжение. Ну а Ян после вчерашней катастрофы решил не ловить рыбку в мутной воде. Решил пойти на русскую партию. И, в общем-то, сегодня большой борьбы не получилось, забегая вперед. Итак, после d6 конь отправился на d3, после взятия на e4 Магнус показал, что готов сразу же смахнуть всех ферзей с доски. И, в общем-то, партия сразу же быстро перешла в веншпиль. Некоторые движения в центре произошли, то есть фиксация структуры и, по большому счету, как говорить, каких-то сверх сложных и хитрых планах здесь не приходится. Позиция достаточно сухая, и при такой, в общем-то, симметричной структуре говорить о каких-то серьезных плюсах незачем. После размена ферзей, вот единственный момент, что сейчас белые хотели пойти конь e5 и действительно захватить преимущество, черные, естественно, меняют ферзей и ставят слона на d6. Ну и после рокировок, по сути дела, партия очень быстро начала выхолачиваться. Начали фигуры уходить с доски. И после ладья e1 массовые размены, которые, в общем-то, устраивали Магнуса, так как он все-таки лидирует плюс 3 в матче. И, безусловно, ему каждая его ничья ближе к важному результату. И вот здесь вот можно отметить аккуратно, черные еще аккуратность должны были проявить после некоторых движений, вот после хода f3, белые хотели осуществить следующую идею король f2 или, быть может, сразу даже слон f4. И в этом случае некоторые совсем такой мини-плюс на копеечку все-таки у них еще сохранялся. Поэтому последовал очень хитрый и точный ход конь h5, который препятствует идее вот этих вот разменов, после чего партия, в общем-то, долго не продлилась. Белые сделали ход g4, сделали ход слон f4, и после разменов и точного хода g5 партия перешла в совсем равный эндшпиль. Итак, f5, h3. Естественно, невыгодно было открывать какие-либо линии для черных. Структуру незачем было портить. И после короля f7 важного ход ладья h1.
Надо отметить, что я не помню, играл эту партию очень быстро. Магнус как раз-таки думал, перепроверял. Но в итоге, в общем-то, все быстро разменялось от 6 в 4. Ну, какие-то нюансы в этой позиции, может, и были, но они на самом деле были совсем на копейку, на мизер, как говорят в таких случаях, и по большому счету даже не требовали каких-то сложных расчетов. После разменов на королевском фланге партия пришла к полному уравнению, ну и, в общем-то, здесь черные могли еще пытаться там взять, скажем, на Е2, но в этом случае как раз-таки слон G6 решало бы проблему, как говорится, окончания этого матча, потому что вот это единственное, что можно было зевнуть. После хода слон F5 партия быстро завершилась следующим, как мы видим, повторением ходов. Ну и, в общем-то, что можно сказать? Конечно, очень обидно за предыдущие дни об упущенных возможностях. Ян сам сказал об этом на пресс-конференциях, подчеркнул, что, в общем-то, он сам собственными руками вот сделал все то, что, в общем-то, Магнус забрал. Остается еще несколько партий, друзья. Будем надеяться, что удастся зацепить хотя бы одну такую, но очень важную партию. И вот следующая партия, 11-я партия, станет, пожалуй, самый важный в матче для Яна Непомнящего. Будем надеяться, что он сможет ее провести на должном уровне. И отмечу, что предыдущая партия, 9-я, именно имела все шансы. В ней очень здорово смотрелся Ян, однако вот какие-то поверхностные решения все-таки дали о себе знать. Но надеемся на то, что он восстановится, и пожелаем ему успехов. А с вами я прощаюсь, до новых встреч, пока.